Моей давней мечтой было служить в рядах системы МЧС России. На данный момент я являюсь учеником 11 класса кадетского пожарно-спасательного корпуса и нахожусь на должности вице-сержанта, командира класса. Все это помогли мне сделать наши преподаватели, любимые, которые вложили в меня самое, наверное, драгоценное – это знания и свой личный жизненный опыт. Мы присутствуем с вами на уроке литературы. Сегодня у нас по плану сочинение итоговое по произведению Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Вот уже более 25 лет я преподаю русский язык и литературу. Эти замечательные два предмета, которые всегда пригодятся ребятам. Делюсь с ними своими знаниями. 10 лет я работаю в кадетском пожарно-спасательном корпусе. Объясняю ребятам, что раньше не было такого предмета, как психология. Вот. И все ответы на вопросы, которые их волнуют сегодня в современном мире, можно найти в произведениях классической художественной литературы. Делюсь с ними своими знаниями. Я очень хочу, чтобы кадеты выросли достойными людьми в первую очередь, чтобы они нашли свой путь, чтобы они любили свою родину, своих родителей, умели ценить дружбу, и чтобы они были счастливы. И очень надеюсь, что мои знания помогут им в выборе дальнейшего жизненного пути.